Они были сложные, с перерывами, но все-таки привели к помолвке. 14 февраля Орландо Блум и Кэти Перри объявили о своей помолвке, и эта новость взбудоражила весь интернет. По случаю такого события мы решили вспомнить, как же развивались их отношения. Перри и Блум впервые были замечены вместе в январе 2016 года на автопати Золотого Глобуса. Эта фотография сделана в том же месяце. В апреле Кэти Перри и Орландо Блум отправились отдыхать в Астон. А незадолго до этого пара ездила в Англию навестить друзей и семью Блума, в том числе и его маму. Это качело. Папарацци и подловили Орландо и Кэти на яхте в Каннах. На благотворительном балу ЮНИСЕФ, где была удостоена награды Одри Хепберн. Орландо Блум и Кэти Перри посетили одну из детских больниц Лос-Анджелеса в образе Санта-Клауса и его спутницы. На автопати премии «Оскар», январь 2017 года, они почти не общались, подходили друг к другу только ради того, чтобы сфотографироваться. Вскоре пара объявила о расставании. Это уже апрель 2017 года, Орландо и Кэти снова сошлись. В подтверждение того, что они снова пара, Перри и Блум вместе появились на красной ковровой дорожке на мероприятии Global Ocean в сентябре 2018-го. Свидание в Нью-Йорке. Помолвка. 14 февраля 2019 года.